прекрасный сегодня день. Играли я, короче, в GTA 5. Ладно, что-то поесть захотел. Пойду на кухню, может, жрачка есть. О, баскетбол, давайте я забью в кольцо. Хоп. Ей, я попал. Ладно, пойду на кухню. Так, что у нас там в холодильнике есть? Блин, пустой холодильник. Ладно. Может, по телевизору что-нибудь интересное будет. Понятно, ничего интересного. Пойду в магазин. Уже есть хочется, ладно, пойду к машине. Фу, все, завел тачку и давайте, фуф, поехали до магазина. Ой-ой-ой-ой! Ой, где это я? Что это такое? Вообще, что это я? Я что, в дурке? Надо эти доски убрать, чтобы я смог увидеть, что там. Я был прав. Я в дурке. Что это там за унитазом такое? А, что это за сирена? Надо притвориться, что здесь никого не было. Фуф, я не спалился. Надо камеру разбить, чтобы за мной не следили. Уже результат. Так, надо еще доски эти убрать. Так, надо убрать вот эти доски. А что мне думать? Просто сломаю их. Там камера, надо ее разбить. Размахиваюсь и... Есть, я сломал камеру. Теперь надо выбираться. Ладно, пойду туда. Что это там? Так, давайте, пока никто не слышит, сломаем эти доски. Слушайте, может, в этой комнате есть тут кто-нибудь? Нет, никого нету, походу я здесь один.
тихо, чтобы никто не услышал. Там охранник. Что-то раз, два, три, я на него бросаюсь. На! Нормально, я ему так по башке молотком дал. Смотрите. На самом деле, они за мной следили, и там тоже кто-то есть в комнате. Это что это за дверь еще такая? Тихо, я реально в дурке, посмотрите. Это мистер Дурка. Так, я на складе покопаюсь, там может шокер какой-нибудь найду. 2000 years later. Хочу я покопался на складе, и так его надо сейчас шокером отрубить, но он не убьется. Поэтому я его выкину в окно, ладно. По счет раз, два, три. Я! Его надо выкинуть в окно. Ладно, давайте выкинем его в окно. Пока никто не слышит. И... иди. Ладно, надо, пожалуй, выбираться из этой тюряги. Ладно, пойдемте. Это что за замки здесь такие? Я вниз попасть не могу, я если только наверх. Давай, открывайся. На тебе. Хоп, все, открыл. Так, убираем дверку и давайте наверх идем. Офигеть, я наверху. Тут можно отсюда с крыши спрыгнуть. Да, это, конечно, рискованно, но ладно, давайте спрыгнем. Так, давайте. Да, тут не сильно высоко, но я и не с таких домов спрыгивал. Ладно, насчет раз, два, три.